создать по своему подобию. Умные машины Курчатовского института готовы к внедрению на рынке. О разработках в сфере искусственного интеллекта рассказал руководитель комплекса NBICS технологий Вячеслав Демин. Лекция прошла в Манеже на выставке «Россия, устремленная в будущее». Технологии важны во многих сферах, от индустрии развлечений до космонавтики. И абсолютно бесценны для медицины. А медицинская диагностика сейчас все более начинает опираться на нейросетевые технологии. Потому что обычный врач может принять во внимание пару десятков симптомов максимум. Да? Тогда как машина и машинная медицинская диагностика может сразу принять во внимание сотни, тысячи параметров, которые снимаются, причем с пациента онлайн, то есть в реальном времени. Демин подчеркнул, в обучении машин думать Россия находится на передовой.